6-a ediție a proiectului nostru Seniorita Aquarel. Din cele 500 fete care s-au înscris la proiectul acesta, vom vedea 10 finaliste și un juriu competent, de fapt, va decide cine va fi pe coperta Aquarel. Foarte interesant, este o atmosferă foarte frumoasă aici, în această sală a restaurantului Oscar, care s-a transformat o mică Spanie. Avem o mică Spanie aici, cu muzică spaniolă. Tu te vienes caminando, escuchando mi guitarra, en la tierra de montaña, en la luna mi acompaña. Vedo stai cantare chitarra, vedo stai cantare il sole. Maria si mi accompagna quando canto la mia canzone. Vedo stai tomar mi scopas, guardente es la mejor. Cambia merte chi la blanca con su sala de sabor. Естественно, мы хотели быть рядом. Во-первых, рядом с нашими друзьями помочь, потому что у нас как бы есть потенциал к тому, чтобы в прекрасный вечер создать атмосферу, создать хорошее настроение. Поэтому и коктейль сегодня, который я разработал, был момент такого вдохновения, и назвали его «Сеньорита». Я думаю, что он будет как бы к месту, и люди получат удовольствие, и хорошее настроение будет от этого. Естественно, что я уверен в том, что вечер у нас получится, и все наши конкурсанты будут очень красивые, а победительница будет чуть-чуть выше, наверное. Я думаю, что появляются новые звездочки на небосклоне. Я думаю, что такой вот обычный день превращается в праздник, потому что это праздник творчества, это открытие. И я знаю, что многие девочки, которых я для себя открыла, допустим, с той же Афиной, мы потом впоследствии сотрудничали. Участник, финалисток заставили нас почувствовать эту испанскую культуру, потому что через их выступления, через их персонажи мы все набрались этой энергии, которая приходит с юга, которая солнечная и которая прекрасна. И, конечно же, хочу поздравить финалистку этого конкурса, которая получила главный приз, один сижур Weekend в Испанию, в Барселону, который, я уверена, что ей понравится. И все участницы, естественно, получили приз от нашей компании и от консульства Испании, которые будут в течение 3 месяцев учить испанский язык вместе с испанским преподавателем. Мы должны показывать людям не только красивые платья и красивые лица, что, безусловно, приятно, но мы должны показывать еще и людей, которые добиваются трудом чего-то в этой жизни. Девочки, конечно же, все очень талантливые, все очень такие молодчинки. Прямо мы когда выбирали, конечно, было очень тяжело выбирать, потому что все показали высший класс. Мне очень приятно, что меня выбрала именно публика, потому что самый объективный, самое объективное жюри – это всегда народ, люди и публика. Мне очень приятно и очень счастливо, меня переполняют эмоции, и
я не ожидала совершенно, и для меня это, мне это льстит, и мне это очень приятно. Спасибо, «Акварель», за этот замечательный конкурс. Это правда очень-очень здорово. Спасибо большое. Я просто бесконечно счастлива, я в шоке, меня переполняют эмоции. Я говорю огромное спасибо этому конкурсу, потому что это просто невероятно. Спасибо вам огромное. Я очень люблю «Акварель».